Краткие размышления по поводу поста Сони Морозюк. Опять-таки повторюсь, претензий к ней как к девушке нет. Можно влюбиться, можно действительно полюбить любого мужика. 100%. Особенно, когда мужчина находит ключ и подход к девушке. Но все-таки на третьем месяце согласиться стать его женой, как бы ты уже должна понимать, что это за мужчина и чем он занимается. Тем более, когда ты брала у него интервью на свой YouTube-канал, и он тебе рассказывал, чем он занимается. Ты уже по-любому знакома с его семьей. Но сын, он не несет ответственности за своих родителей. Никто не несет ответственности за своих родителей. Точно так же, как, по сути дела, и родители не несут ответственности за своих уже 18 плюс детей. Но все-таки сейчас вот тебе как бы открывают глаза, и ты вот так максимально сильно поддерживала Украину, да, словом, просто словом, на картинах, на муралах и везде. А сейчас получается, что твой самый близкий человек, самый родной, он ворует делом у Украины. И мне интересно, придерживается ли она своего решения бросить своего жениха.